Очередной скандальный метод воспитания, который на этот раз демонстрирует учительница из Северодвинска, обсуждают в интернете. Вот эти кадры. Женщина вызывает по очереди ребят к доске и за что-то отчитывает, закрепляя свои слова ударами скакалкой. Сначала крепко достается мальчику, затем девочке. Мы его не... Раз. По другой половине. Два. Потому что... Ролик уже изучают правоохранители, а также соцорганы. За последний месяц это уже третий подобный скандал. В школе Комсомольска-на-Амуре учительница в коридоре избила второклассника за то, что он мешал вести ее урок. Педагога временно отстранили от работы. А в Томской области учительнице грозит реальный срок за то, что несколько раз ударила ребенка головой о парту.